Испания. Вильяреал соперник грозный. Вильяреал соперник, который великолепную игру показывает после рестарта чемпионата. Сыграть два раза в ничью в оставшихся двух играх. И вопрос с чемпионством он может решить уже сегодня. Для этого достаточно победить и не смотреть, как там играет вот этой зимой. И первый удар по мячу в этом матче Вильяреал в Лигу Европы и ни о чем не думать. Да и так, наверное, попадут. Ухо Карвахаль, штрафной! Пробил Карвахаль. Казалось, что у него просто не получилась передача. Да может быть, так оно и есть. Забирает мяч Серхио Асенхо. И Реал снова прессингует. И Лука Модрич мяч отобрал. Модрич великолепно все видит, но отдает не точно. Неужели волнение сказывается? На него выходит Карвахаль, отдавать некому. И показывает Эрнандес. Эрнандес может гораздо меньше, чем заслуг. Лука Модрич, и говорил Зидан, еще Модрич с мячом, завис какой-то момент, удар, но удар не пульсирован, был Рамиро Фунес Мори, у него травма, ну и поэт атакует Реал, а когда атакует Реал, классная передача, но Модрич не успеет, но там нарушение правил, это Суфьян Шакла. В этом сезоне есть сложности с заменой для двух центральных защитников у Вильяреала. Играют обычно Альбиоль и ждет подачи. И следует. Но только сейчас Карвахаль штрафной. Карвахаль здорово бьет и с дальней дистанции. Он здорово. И Родриго догнал мяч. Не стал падать Родриго. А там все равно было положение вне игры. Эрнандес, Эрнандес. О нем говорили и писали много до этого матча. Ну, в этом сезоне больше Реал обвиняют в том, что им судьи помогают. Но здесь вспомнили, как сам Реал. Подача в штрафную. Карим! Первый удар Карима. Лучшего бомбардира мадридского Реала. Ну, а результаты, я не знаю, буду ли я комментировать или не буду. Вот те, которые появляются слева, я думаю, что вы сами все разглядите. А если не хотите их знать, то и не будете разглядывать специально. Модрич, Модрич, пробить! И Асенхо на угловой. Реал очень серьезно настроен. Это не прогулка, их не устраивает этот вариант. Разложить по одному очку сегодня и воскресенье, собирать их как курочка по зернышку. Нет, это Реал делать не будет. Это клуб, который считает себя, называется, как подача. Попытка пробить Рафаэля Варана. У Реала потрясающая статистика. 21 игрок за команду забивал в этом сезоне. 21. Не забивал только Милитао. Прямо сейчас. Ну а здесь картинки с Азар. Убегает от Шакла. Ну, Шакла его решил за шиворот вот так взять, как будто нашкодившего ребенка уводит бабушка. И первое желтое в этом матче. Шакла ее получили. Видели, вот подача. И читники Модрич. Карим! Карим! The Dream! Бензема! 20-й гол. И все это было в отборе. И посмотрите, Шакла делает передачу.